слышу, как машинки едут? Ну-ка, заводите машинку. Вот, побежали, поехали. Беги быстрее по кругу. Вот так, по кругу. Нет, по кубрику, беги, обербятку. Вот молодец. Беги за ними. Скорее, скорее, побежали. Побежали. Вот сюда, прячемся в доме. Снимайте с родителей псаломы. Здесь не видно поросят? Нет. Нет? Хорошо, спасибо. А ну-ка, ребятишки, вы вот здесь посмотрите, а здесь не видно поросят? Нет. Хорошо. Главное, чтобы все вот их не увидел. Присаживайся, пожалуйста, на свое местечко. И самое главное, ребятки, сидите. Поросят куда-то пропали, нет их на поляне. Вы их тут не видали? Нет. Нет? Нет? А вы тут все посмотрели, все посмотрели. Ну-ка, я тут понюхаю. Нет, тут нету. Вот! Ой! Меня дверью прибило! Ой! Ой, ребят, смотрите, дверь-то! Правда! О, и домик сломался! И дверь на волка упала, тоже упала! Поросята, скорее выбирайтесь, пока волк вас не видит, не слышит! Ребята, придется дальше поросят спасать, ну-ка надо! А в домике деревянном. Вот я этот домик здесь и построил. Чуть-чуть не достроил, играть захотелось очень. Вот и убежал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот скажите, взрослые, нужно же все заканчивать до конца, правильно? Да, правильно, это делаешь. Стоять, только эту стеночку, как бы сюда, только эту стеночку. Давай, а, погляди, вот тут бантики. Так, кто у нас главный? Так, буду завязывать. А чтоб получилось хорошо, вы мне считайте. Раз, два, три. А ну-ка, держите для мамы стеночку. Держите, вот. И мою стеночку держите, а то сейчас упадет. Считаем. Раз, два, три. Оп, получилось. Пошли кататься, иди еще.